продолжаем проходить Динокризис 2. С того же места, на чем закончилось предыдущее видео. Сплавал в уже пройденные локации и пофармил денег, и теперь идем дальше, в город. Смотри, это метка Дэвида. Очень предусмотрительно. Это необходимость. Поищем другие метки. Хорошо, предлагаю разделиться. Thank you.
Вот и доступно для покупки последнее оружие из всех, что есть. Регина! Регина, направляйся к башне управления, и я тебя прикрою! Должно быть это гнездо! Один я не справлюсь! Используй сигнальную ракету! Я взорву место, на которое ты укажешь! Хорошо! Твоя очередь! Отлично, пойдем. Мне это больше не нужно.
Смотри, Регина, вот здесь. Это ужасно. Кто мог сделать такое? Жены. Эти люди были последними выжившими. Больше никого не осталось. Мы не справились. Как мы могли допустить все эти смерти? Послушай, мы все еще должны найти данные по исследованиям третьей энергии. Даже если мы найдем их, как нам вернуться в наше время? Активатор портала сломан, верно? Поэтому нам и нужны эти данные. С их помощью мы сможем открыть новый портал. Хорошо, разделимся и обыщем город. Дэвид, пойдем. Хорошо. Thank you.
Вот этого мне совсем не надо. Ну ладно, я приготовил сюрприз. Что случилось? Ожерелье сестры. Это ожерелье моей сестры, но она умерла. Что? Это невозможно. Оно точь-в-точь похоже на сестринское. Что ты имеешь в виду? Ну, до армии я был совсем другим человеком. Уличным бандитом. Однажды ко мне в дом ворвались парни из другой банды. Меня не было, но дома были мать и сестра, их... Но их не вернуть. После этого я пошел в армию. Я каждый день пытаюсь примириться с прошлым. Пойдем, вернемся на корабль. Здесь нам делать нечего. Я нашел противогаз. С его помощью мы можем попасть в отравленный район джунглей. Thank you.
Есть еще только одно место. Отравленная зона. Получаем такой бодрый намек на то, что нас ждет еще более крупный динозавр, чем тираннозавр. Когда проходил игру первый раз, конечно, эта новость очень взбодрила. И игра не заставляет нас долго ждать. Снова ты, настырная тварь!
настолько преследовал нас тираннозавр всю игру и был так быстро слит. Дилан, ты меня напугал. Наконец-то я нашла диск с данными по третьей энергии. Отлично, надо выбираться отсюда. Я подогнал патрульный корабль, он за зданием. Давай, пошли. Что-что? Это снова наш друг Циклоп. Невозможно. Этот тираннозавр уже... Атакована пусковая установка. Включен аварийный режим перехвата. Запуск ракеты будет произведен через 10 минут. Немедленная эвакуация. Компьютер неисправен. Плохо. Где пульт управления ракетой? В боеголовке. Я отключу управление, а ты эвакуируйся. Хорошо. Будь осторожна. А вот и первый бой с ним, почти сразу. Доступ пусковой
Внимание! Ракета уничтожена! Внимание! Боеголовка готова! Немедленная эвакуация! Регина, ты в порядке? Вставай, скорее! Да хватит, мы трупы! Нужно уйти как можно дальше от этого места. Спустимся к реке. Отлично, шлюз закрыт, дальше не пройти. Постой, тут вентиль. Может, мы сможем открыть затвор вручную? Это мужская работа. Давай, братишка. Прекрасно. Ну, мальчики, поиграйте. Хорошо. Наверх. Да. Ну, давай. Крут! Есть! Дилан, пошли назад! Осторожно! Я спасу тебя! Ты? Дом? Что? Что ты сказала? Дом. Я не понимаю. Хочешь, чтобы я пошел с тобой? Thank you.
Добро пожаловать, лейтенант Мортон. Голограмма? Откуда он знает, как меня зовут? Времени осталось немного, поэтому я объясню все коротко и ясно. 10 августа 2055 года. Наш план «Новозавр» был успешно выполнен. 2055? О чем он? Чтобы спасти динозавров, мы перенесли их в это время на 3 миллиона лет позже нашего времени. Что? На 3 миллиона лет? Значит, вы... Но когда мы собрались возвращаться, произошла еще одна авария. Портал исчез, и мы застряли в этом времени. Так это будущее. Мы никак не могли выжить в этом мире. Сейчас хозяева здесь динозавры. Мы, последние из выживших, пытались восстановить портал. Но было поздно. Мою жену Джулию динозавры загрызли, а любимую дочку ее ранили. Сильно. Паула. 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 Паула? Тебя так зовут? Папа. Теперь моя единственная задача — защитить моих людей. Я поместил Паулу и других детей в отсек жизнеобеспечения. Там безопасно. Пожалуйста, возьмите детей в свое время. А теперь мне пора представиться. Я бывший член спецотряда ТРАД, полковник Дилан Мортон. Что? Ты это я в будущем? Значит, ты моя... Папа! Осталось мало времени. За дверью открыт портал. С его помощью можно вернуться в твое время. Портал еще не готов. Им можно воспользоваться только один раз. Пожалуйста, передай от меня привет Регине. Я на тебя рассчитываю, лейтенант. Запущена система самоуничтожения. Взрыв через 5 минут. Что? Ты это начал? Thank you.
выбрана. В порядке? Да, осталось мало времени. Давай убираться отсюда через портал. Вау! Паула! Делать. Если мы не пойдем сейчас, то никогда не сможем вернуться. Регина, портал открыт. Я знаю, ты не хочешь, но должна вернуться. Я не брошу Паулу. Ты с ума сошел? Иди! Данные потреть энергию у тебя. Когда вернешься в свое время, используй данные для изучения третьей энергии, а затем построй совершенный портал и забери нас. Я... Дилан, я сделаю это. Обещаю. Внимание! Осталось 10 секунд. Не забывай! За тобой долг. Что ж, поторопись. Папа! Ну вот, собственно, и все. Игра пройдена. Сюжет был довольно интересным. Жаль, что нет продолжения ни в виде игры,
не в виде сериалов или фильмов. Всем спасибо, не забывайте подписываться на канал и так далее.